Сто лет со дня рождения Николая Эльбекова отмечают в республике. Писатель, известный как Эльбек Мигулаев, внес большой вклад в развитие чувашской литературы. Как и большинство творческих деятелей того времени, Николай Эльбеков получил педагогическое образование. До войны работал учителем в сельской школе, заведующим отделом молодежной газеты, старшим редактором радиовещания. Писал рассказы, повести. В годы Великой Отечественной прошел путь от Сталинграда до Балкан. Дослужился до майора. Был фронтовым корреспондентом, редактором дивизионной газеты. В послевоенные годы трудился в книжном издательстве. Был ответственным секретарем Союза писателей. Самое яркое из его произведений – роман «Черный хлеб». Но Эльбек Мигулаев был и замечательным рассказчиком, очеркистом, переводчиком. А еще человеком с большим сердцем и широкой душой. Именно об этом вспоминали сегодня те, кто пришел на вечер, посвященный творчеству Николая Эльбекова. Я училась в одной группе с его дочерью, хотя я окончала факультет иностранного языка. И когда, услышав о том, что сегодня состоится торжественное мероприятие, посвященное его столетию, я решила просто прийти еще раз услышать о таком замечательном человеке, тем более в преддверии 70-летия Победы, а он, как участник Великой Отечественной войны, написал интересные рассказы о войне, о его жизни.